Рассмотрел судебное заседание 15 лет особо важных дел второго отдела по расследованию особо важных дел Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Свердловской области Курбатова об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении Космана Александра Ивановича, работающего замначальника отдела УЭПК ГОИ МВД России по Свердловской области, обвиняемого в совершении преступления по смотру часть 1 статьи 286 Уголовного кодекса Российской Федерации, постановил избрать в отношении Космана Александра Ивановича меры пресечения в виде домашнего ареста на срок 1 месяц 30 суток, то есть 28.08.2017 года, включительно запретить Космана в период нахождения под домашним арестом, выход за пределы жилого помещения, в котором он проживает, общаться с лицами, не являющимися членами семьи, отправлять и получать почтовое телеграфное управление, использование средств связи информационной телекоммуникационной сети интернет. Из-под стражи Космана освободить в зале суда. Извините, пожалуйста, можно вас уточнить, почему вас вообще обвиняют? Защитники поясняют. А при каких обстоятельствах вас задержали? Вам действительно какую-то взятку передавали, потому что там очень много разночтений? Обвинение незаконно. Делал свою работу, считаю, что обвинение незаконно. Все, давайте все, ребят, нам надо подготовиться к процессу. Хорошо.